сегодня высоченная зарплата, ребята уже показывают на все, что они способны, потому что от этого зависит их, можно сказать, возможность попасть на подиум. Такая серьезная борьба. Просто я вижу опять первая четверка. Идет номер 114. Беляев Денис на первой позиции. Несмеянов Георгий на втором. Ефремов Владислав у нас, по-моему, на третьей позиции идет. Так, и Никитин Александр на четвертой. Вот эти четверо ребят поедут в финал.